На территории центра активного отдыха «Большуха» кипит работа. Здесь трудятся подростки, которые решили провести лето с пользой. Среди них Кирилл Рычков. 16-летний парень участвует в кампании по летнему трудоустройству впервые. Причины для этого у молодого человека самые уважительные – мужские. Поэтому и день его начинается, как у взрослого. Встаю я рано утром, обедаю, завтракаю. На автобусе еду на работу с удовольствием. Рад, что работаю тут. Мне нравится зарабатывать деньги самому. Не хочу просить у родителей, все-таки взрослые уже. Надо взрослеть. Среди бригады подростков есть и школьники, и студенты. Их рабочий день длится 3 и 4 часа соответственно, за которые ребятам надо выполнить определенный фронт работ. Детишки чем у нас занимаются? В основном они занимаются благоустройством большухи. Какие-то небольшие земляные работы, приборка территории. Допустим, в этом году мы из ближайшего леса и территории, которая вокруг Большухи, вывезли уже около 40 кубов мусора. Сюда и металл, который, там, не знаю, очень в давние времена был завезен, и просто бытовой мусор, который люди выбрасывают почему-то в лес. В основном они этим занимаются. В микрорайоне старый аэропорт чисто и уютно. ТОС с одноименным названием тоже принял на работу подростков. Сейчас здесь трудится 26 ребят. В их обязанностях высадка и полив цветов, уборка мусора, уход за деревьями. Знаете, когда ребенок первый раз начинает работать, ему надо объяснить, что за каждой бумажкой, за каждой брошенной там бутылкой, за каждым окурком надо нагнуться, не проходить, все это собирать. Ручная уборка очень кропотливый и тяжелый труд. Особенно на жаре детям тяжело работать. Но в целом они потом понимают, и вот идешь и смотришь, прям нагибаются, подбирают чисто. И многие после этого говорят, что они не будут мусорить уже и сами не мусорят, потому что они поняли, что это за тяжелая работа. Трудоустроены ребята не только в городе. В муниципалитетах округа работают более 150 подростков. На последний летний месяц планируется устроить еще порядка 300 подростков в зависимости от возможностей работодателей. У нас в этом году подало 1257 подростков заявились, но у некоторых, конечно, меняются планы, некоторые отказываются, потому что принимаем заявления, мы начинаем где-то с ноября, с декабря, вот прошлого года мы начали на этот год принимать заявки, вот, и, соответственно, ребята еще не знали, когда у них отпуска. Кто-то переносит месяцы возможного трудоустройства, кто-то вообще отменяет. На сегодняшний момент создано 741 рабочее место в 36 организациях округа, каждую из которых в течение летней кампании посещают сотрудники центра занятости. Во время проверки организаций работодателей не было выявлено нарушений и жалоб с обеих сторон. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север».